Приветище, это Рэтчет и Кланк, и мы продолжаем наши удивительные космические приключения. И сегодня мы отправимся с тобой на новую планету, где нас ждут новые приключения. И куда мы направимся? Думаю, планета Рилгар — неплохой выбор. Планета Рилгар. Но нет, мы поедем на туманность G-34, хотя... Для проникновения понадобится современное оборудование. Да. За ним нужно заехать на Рилгар. В общем, все дороги ведут на Ридгал. Ну что, может, испытаем твой новый скейт? Погнали! Почему я постоянно злобно выпрыгиваю своего космолета? Внимание, жители Blackwater City! Как вы могли заметить, у нас случилось небольшое нашествие амибоидов. Наша служба безопасности прилагает все силы, чтобы избавить город от этих существ. Но сначала ребятам нужно проснуться, умыться, почистить зубы, приехать сюда. В общем, это процесс не быстрый. Так что гонка откладывается до их прибытия. Пожалуйста, не выходите пока из дома. Спасибо. Ну вот, амибоиды все испортили. Давай разделаемся с этими амибоидами. Давай разделаемся. А что у нас тут? Тут у нас лифт, ты что, не видишь, что ли? Простой лифт, спускаемся вниз. О, наша новая пушка нам тут нужна, которая выкачивает и вкачивает воду. Ха-ха-ха. А, кстати, с рыбёхами можно что-нибудь сделать? Например, пульнуть в нее своей крутой... Нет, я не хочу прыгать. Вот так вот, да. Своим ключом я тоже могу их лупить, этих рыб. Даже без удочек обошлось. Значит, тут нам вода нужна. Но прежде чем я это сделаю, мне нужно... Я хотел бластер достать, но робот, в принципе, тоже неплох. Вкачиваем воду. Так, мы куда-то пробираемся по канализации. Я думаю, что мы в город какой-то выйдем. Снова эти жуткие рыбы. Сейчас разделаемся, не беда. Держи. Можно пойти направо. А, нет, тут никак. Тут никак. Почему так темно? Можно фонарик, пожалуйста? И резиновые сапоги. Хотя у меня космокостюм, он, по-моему, не промокаем. Значит, сюда не можем. Сюда тоже. По всей видимости, нужно воду вкачать. Врубаем. Вода набралась. И теперь мы со спокойной душой сможем там запрыгнуть. Даже я же гений инженерной мысли. Правильно, все правильно. О, здорово. Нет, не бей меня. Не бей меня, у меня бластер мощный. Новый уровень для бластера. Шикарно. Он стал мощнее. Ну что, ребят, давайте прицельный огонь по вам. Вот и все, вот и готово. Ну, эту штуку взорвать надо. Так, у нас с тобой уже 5000 болтов. Надо будет заглянуть в магазин. В самом начале он был, но я что-то подумал, что у меня болтов не так много, поэтому не заглянул. Так, что у нас появилось? Теперь повод пошопиться. Нам вот сюда именно надо. Фу, я по слизи качусь. Ужас какой. Какой ужас. Что это за сопли? Обыщите канализацию. Ну вот, я какой-то... Насосы активированы. Насос активирован. Бежим! Вода наполняется, можно задохнуться. Теперь пора бежать. Спасибо, Кэп. Сейчас вам тут будет крындец, если мы не справимся. Пошел вон. Ты тоже отправляйся куда-нибудь подальше. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько здесь соплей, ужас какой. Откуда у вас здесь канализация столько? А где аллигаторы? Лягухи, в конце концов. Мне, походу, наверх, да? А нет, нам вот сюда. Нырять я пока не собираюсь. Значит, нельзя останавливаться. Я пытаюсь. Давай, шустрей. У нас кислорода очень мало. Всплываем наверх. Давай, наверх. Фух. Это было близко. Так, кстати, вот эти вот симбиоиды, или как они там называются, они боятся воды. Черт, подери. Очень быстро кислород кончается. Космокостюме-то, блин, шлем одеть надо было. Давай наверх. Ёк макарек, здоровье отнимается, все, мы не успели. Да. Хорошо, попытаюсь еще раз. Я снова на том же месте.
Я сейчас всплываю, пытаюсь, 22%, и я должен успеть. Да, я успел. Рэчет, нельзя останавливаться, нам говорит Клэнк. Но я запутался, мальца. Че, все? Ну да, нам повезло. Погнали тогда спокойной душой воротить вот эти коробочки. В этот раз я просто пробежал эти туннели канализационные, не обращая внимания на этих соленоидов, или как они там, ну эти сопли, короче. Вот. И поэтому я успел. Успел пробежать. А тогда-то первый раз, когда бежал, я останавливался, лупил их. Это была моя ошибка. Выберитесь из канализации. Не нравится мне это место. Будь начеку, Кланг. Окей. А вот это что за тип? Привет. Эй, парень. У тебя голокарта Чугроба не завалялась? Что еще за гроб? Всего-то мощнейшее супероружие в галактике. Поэтому и называется гроб. Короче, ребята из Гаджетрона знали, что схему такого оружия опасно держать в одном месте. Поэтому они специально разделили ее на галокарточки. Мы с сообщниками хотели бы собрать всю схему целиком. Понимаешь, куда я клоню? Дай угадаю. Если мы принесем тебе все карточки, ты сделаешь нам оружие. Так точно, мой сообразительный друг. Держи, это лазутчик. Он поспособствует приобретению означенных экземпляров. Ух ты, круто. Это пулемет или что? Собрать все гроб галокарты. Окей. Лазутчик, где у нас лазутчик? Он дал нам лазутчик, но я не понимаю, как им пользоваться. По всей видимости, пока что у меня его нет в доступе. Ладно, не беда. Пойду со своим бластером. Сколько тут интересных магазинов-то, а? А можно к тебе в корабль забежать? Он у тебя открытый. Эй, крутой парень, что у тебя есть? Да ничего у меня нету. Я вот решил тебе в корабль заскочить. Вот так. Ну и все. О, еще вон там, давай пульнем. Вот теперь все. Надеюсь, я. Можно чесать вот сюда. Это лазутчик нам тут нужен или что? Да, точно, лазутчиком. Вскрыть лазутчиком. Короче, лазутчик — это современная лазутчик отмычка. Лазутчик может вызвать замыкание в замке. Окей, давай поворачивать. Вот так вот, ок. Я все правильно... А, нет, мне нужно вот сюда. Все, я красавчик, да, я даже без обучения въехал, что надо делать. Вот галокарточка гроба, скорее всего. Да? Давай посмотрим. Ой, не туда. Да, точно, это гроб. Угу. Название такое стрёмное. Продолжай поиски, летай на другие планеты и так далее. Эти карты есть везде. Ох, я полетаю. С какой-то стати я стал работать на контрабандистов. Но этот чувак на рожу, он мне не очень понравился. Ну ладно. Я же рейнджер, я разбираюсь в хороших и добрых и плохих людях, правильно же? Я надеюсь на это, по крайней мере. Мы отправляемся вот на этот небольшой островок. Кругом пираньи. Что скажешь, дружок? Хочешь посостязаться? Это ты кому? Кому ты это сказал? Я тут не вижу дружков. А, это наш корабль. А, мы можем вон туда теперь отправиться? Все понятно. Сейчас это сделаем. Все, чтобы сделать героев еще героичнее. Посмотри. И у нас появились новые пушки. Кайфотрон. Кайфотрон, прикольно. Это оружие превращает поле боя в танцевальную вечеринку, заставляя врагов подставляться под удар. Прикольная штука. Эта пушка выпускает заряд энергии, отправляющий врагов в прошлое. В те времена, когда разрешение экрана было гораздо ниже. Интересная штука. Хотел бы я вернуться в прошлое. Но ценник у этих пушек, будь здоров, конечно. 8000 болтов и 15 косарей. Это очень много. Поэтому нам предстоит еще покопить. А мы отправляемся вот сюда. Let's go. О, там роботы какие-то новые. Привет, чуваки. Надо гранату достать. А, у меня же есть бот. Господи, я забыл про него. Бот, выходи. Зуркон всех размотает, вообще без вопросов. Давай, атакуй его. Красавчик. Я знал, что Зуркон вытащит меня из любой ситуации. Ой. Вот из подрыва, конечно, он меня не вытащит. Это еще подорвем. Зуркон за мной. Вперед из песни.
Да что ж такое-то, я забываю про них, что нужно в них стрелять, в эти бомб-ящики. Смотри, смотри, что там происходит. Там роботы против этих сопляков дерутся. По-моему, сопляки выигрывают. Че, помочь им, что ли? Сейчас они с роботами разберутся. А, нет, это роботы разобрались. Ну вот, ладно. Так, я беру тогда гранату. Можно гранату взять? Огнемет, нет, не хочу. Во, вот это возьму вместо гранаты. Так, ребят, привет. Ловите. А теперь переключаемся на бластер. Вот и все. По-моему, я стрелял не в ту сторону. Все за меня сделал дрон, но это не важно. Я все равно всех уделал. Дрон же мой. Фу. О, хожу к пушке, пинаю. Привет, ребят. Значит, что мы делаем? На тебе. Красава. А вот этого, я думаю, поджечь нафиг. Давно я что-то огнемет не юзал. Ну, по красоте. И вы еще здесь. Точно, они же снизу, точнее, сверху спускались. Тут вроде пучком. Едем наверх. Здорово, ребята, я пришел вам помочь. Не знаю, правда, кому. Всех сожгу. Горите, баду. Жалко, у меня нет водяной пушки против этих соплей. Они очень же воду боятся. Было бы круто. Так, отлично. Никто тут ко мне не бежит. Сколько болтов? Я уже 8 косарей набрал. А это говорит нам о том, что я смогу взять танцевальную сферу. Кайфатрон, или как он там называется? Это танцевальная сфера. Да-да-да. Я в курсе. Так, у меня проблемы тут с вот этими сопляками. Придется покидать разводной ключ. А то у меня патрики закончились. Где мой Зурко? Почему он отдыхает? Черт. Вот тут граната, конечно, не помешала, но нужно переключаться на нее. Сейчас я ее переключу. Так, гранату хочу. Вместо чего? У меня нету... Значит, у нас нету огнемета, значит, вот мы меняем огнемет на гранаты. Все пучком. Все по делу. Так, теперь вырубаем бластер, взрываем вот эту штуку и чешем дальше. Ну-ка, ну-ка. Покажите, куда мне идти. Здесь я уже побывал. Тут все закрыто. Можно туда наверх запрыгнуть. Давай попробуем. Опа. Так, что это нам даст? Внимание, жители Blackwater City. Вместо команды службы безопасности мы выпустили в город целую кучу роботов-терминаторов. И еще несколько автоматизированных танков, чтобы дело шло побыстрее. Управляющий компьютер не различает местных жителей и пришельцев, так что лучше не выходите из дома. Вот это поворот. Приз получен. На мое дело. Значит, ладно, покупаем кайфатрон. Я думаю, что настало его время. Кайфатрон, кайф подарит он. Отличный слоган. Кидаем, значит, гранату, посмотрим, как все будет плясать. Давайте, ребята, пляшите! Еее! Ну, что-то не все пляшут, давай еще туда закинем. Ребята, танцуем, танцуем, буги-вуги. Вот вам граната еще. Ну, нафиг, пока вы там танцами занимаетесь. Ой, хорошо. Роботозачистники, конечно... Да не в меня, вон у тебя сзади там слизняки ползают. Все, гранаты кончились. Эй! Где мой дрон-то? Я про дрона вечно забываю. Он у меня иногда сваливает. Ему надоедает стрелять. Я видел, он куда-нибудь убегает. Кайфует. Блин, бластер тоже закончился. Патрон. Так, что берем, значит? О, огнемет есть, но там мало запасов. Гранат нету. Вот эту штуку берем. Там тачка, смотри, какая крутая ездит. Тачка, ты че? По-моему, это от ботов. Это очень страшная штука. Давай кинем туда вот эту штуку. Ладно, гаечный ключ давай. Не разводной. Хоп, хоп, хоп. Да блин, прыгай, прыгай, прыгай. На тебе. Черт, я к нему близь вообще не могу подойти. И ничего сделать ему тоже не могу. Ладно, постоим здесь. Значит, закидываем ему, знаешь что? Вместо гранаты
кайфотрон сейчас кинем. Посмотрим, как на него он подействует. Держи кайфотрон. О, танк танцует. Ничего ж себе. Пойду-ка здесь и попробую что-нибудь открутить у него мощным ключом. Да, это будет сложно. Наверняка это не последний. Все? Наконец. Все-таки я его подразобрал гаечным ключом. Здорово. Так, вот это что у нас такое? Тут шестеренки какие-то. Ничего забрать не могу. Окей. Тогда собираем болты и чешем дальше. Чешем мы... Куда нам надо идти? Все закрыто. Ска, так вот. Вот сюда. Тут что-то можно даже открыть. Угу. Значит, нам только наверх. Окей. Не толстый. Блин, случайно вышло, я не хотел этого. У меня же мало этих патронов. Че у нас вообще по пушкам? У меня есть бластер с малым количеством патронов. И есть с малым количеством патронов этот огнемет. Все плохо, все печально. Патриков нет. Надо в магазин идти. Ой-ой-ой. Подожди-ка. Наверх. Вот так вот. Есть. О, патроны подъехали. Отлично. И чего, куда мне дальше с этим всем делом? Я уже хотел было отсюда уходить, но увидел вон ту дверь. Пошли посмотрим, как ее открыть. Может, лазутчиком? Нет, лазутчиком... А, ну вот, кнопка есть. Отпираем. Привет, ребята! Привет, привет, привет. Где мой робот? Робот, выходи. А дальше бластером разберемся. Вот класс, патронов нет. Снова патронов нет, да что ж такое-то. Так, значит, мне нужно бластер поменять на что-нибудь другое. О, мистер Зуркон у нас поднял уровень, красава. Вот, для бластера, патрики. Отлично. Снова по каким-то канализациям, что ли, ползать? Ну вот. Так, что у нас по патронам? 10 патронов на бластер. Ладно, я думаю, хватит этого. Зуркон, пожалуйста, не уходи далеко. Вон те ребята. Как бы грамотно их бомбануть. Тут есть подрывные коробки. Так, Зуркон уже начал стрелять, и нас спалили. Спасибо, Зуркон. А, ну да, конечно, прелюдия к смерти, еще бы. А подожди, вот эта кнопочка, может, упирает? Да, сейчас слизняки выйдут и, короче, надают лещей. Надеюсь, что надают. Ой-ой-ой, в меня тот попадает. Так, где там мои гранаты? Мне нужно гранату. Ну и вот этот тоже сойдет. Пускай они там побомбятся. Он тут вообще стоит отдыхает. Да что такое-то опять меня? Лови. Сейчас мы его немножечко бластером помучаем. Так, что-то куда-то я цепляюсь. Йоу! Как Спайди прям. На тебе гаечным ключом. Всех размотай своим гаечным ключом. Черт, вот этих слизняков гаечным ключом, конечно, гасить не очень круто. Они такие жидкие. Но, кажется, я справился. Че, всех укокошил? Вроде да. Отлично. Косю. Еее. У нас уже 3500 болтов. Это очень круто. Глядишь, так и 15 тысяч наберем. На пиксельную пушку, которая у нас возвращает в прошлое. Значит, вот это вот сейчас подорвем. Можно просто ударить. О, еще патрики, здорово. И куда это мы приехали? Ууу, какие здоровые, какие жирненькие. Вот это подстава, конечно. Значит, где мой кайфатрон? Кайфатрон! Ну же, открывайся. Эу. А, вот я открылся. Ладно, значит, не все сразу на меня сагрятся. Это уже хорошо. Это очень хорошо. Какой странный лабиринт. О, привет. И пока. Спокойно. Вот с этими штуками надо вот так вот разбирать. Если что, просто гаечный ключ кидаешь, и все, все огонь. Слушай, мы с Зурконом, по-моему, хорошо справляемся. Прям Dream Team. Он стреляет, я стреляю. Ой, ребят. Лови гаечный ключ. Они уже того. Того всего.
Блин, зачем я взлетел? У меня здоровья вообще, вообще немного. Недостаточно гаечный ключ иногда. Это прям печальная печаль. Да вы задолбали. Где Зуркон? Вы что, кокнули, что ли? Зуркон, ёппарасетай. Ты вообще не вовремя убежал. У меня 15 здоровья. Есть где-нибудь отхил? Нигде отхила нет. Это грусть, печаль, я сейчас где-нибудь помру. А вот отхилка, отлично. Наноботы. Ломбокс. Я за ломбокс. Так, где мои вот эти штуки? Давай. Танцуют все. Но пока не танцуют, можно вот так. Новый уровень кайфатрона. На 15% дольше танцевальная штука. Это будет длиться. Dance, 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 парадэнс. Ну все, ну хватит уже вылупляться, охладиться и цепляться. Нет, не е. А теперь Открываем следующие ворота. Где что? Вот сюда. Неужели тут никого нет? А здесь есть. Не хотел я кидать ее. Случайно так вышло. Я хотел вообще вызвать от этого чудика своего. Что-то там лис говорит, есть. Чему это он? То, что он начинает патронов попадать. Нет. Патроны, как всегда. Дефицит патронов. Надо прокачать обойму и нахождение патронов. Открываем следующую точку. Ворота отключены. О, здесь еще и танк. Шикарно. Давай это площадочку устроим. А у меня еще закончилось? Нет, у меня есть. Лови. Танцуют все. Давай, разваливай, разбирай. Ура, новая партия. Отлично, смогли. Нет, не смогли, я внутри. А теперь смогли. Еще второй вывод. Подождите, можно я возьму, наверное, гранату? Граната, лови. Давай, сдыхай уже быстрее. У меня еще три гранаты осталось. Две. Я все 8 гранат на него израсходовал. Ужас какой. 8 гранат, чтобы ушатать танк. Это прям не круто. Отлично. Надо, короче, прокачать моего дрона. Он очень крутой, но постоянно сбегает. Все, наконец-то мы всех убили. Убили всех слизняков и дронов. Зуркон на самом деле очень прикольная тема, говорит. И в то же время ржачный и настоящий, правдивый. Так, нам сюда. Хорошие новости. Город очищен от амибойзов. И благодарить за это стоит двух граждан. Рэтчета и Кланка. Гонка продолжится, так что никуда не уходите. Круто, о нас говорят. О нас говорят. Ей, сколько коробочек. Просто радостно. Там женщина стоит, скорее всего, она гонку мне предложит. 100%. Ой, граната кинул. Бластер достанься. Вот эту штуку мы... Ага. Ходит только гранатой, да? Нет, не буду тратить гранатки. Сейчас. Привет! Я не хотел к тебе подходить. Ты пришел на гонку? В точку. Энтузиазм? Это хорошо. На жабу похоже. Первая гонка начнется через пару минут. Уже только город очистили от амибоидов и роботов, и уже гоночка. Ну это круто. Бронзовый кубок, хорошо, я готов. Так, трюк, ускорить, турбо. А вот, все понял. Прижег. Опачки. Главное не сбивать вот эти коробки, иначе... Ускориться. Ёппарасетай, я упал, ребята. Я сдох. А, ну, можно еще раз попробовать. Да я понял, что в режим форсажа скейт переходит, когда я ускоряюсь. Но мне надо кольца собирать. Кольца дают ускорение, я так понял. Так, все хорошо. Едем. Есть кольцо. Другой не смог собрать. Да, точно, оно дает ускорение. Мне хорошо. Значит, я могу еще трюки какие-то мутить.
Угу. Значит, сейчас буду прыгать и пробовать трюки мутить. Во-во-во-во-во! Круто! Ё-моё! Сюда! Ускоряемся. Чёрт! Близко было! Я падаю! Хьюстон! Ну, неопытности в обращении со скейтом, Ломбакс вылетел с трассы. Ты, конечно, первый раз на скейте таком катаюсь, вы чё? Я, между прочим, четвёртый из шести, пошли все вон, я хочу быть первым. Да отстань! Да блин, он зацепился за меня и не давал мне поворачивать, я вообще не виноват. Чёртовы гонщики. Давай, давай, давай. Мне еще чуть-чуть не хватает до нитро, сейчас соберем. Еще и замутим какой-нибудь трюк. Вот так вот. Успеем, успеем. Я первый. Я первый. Врубаем нитро и гоним, 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 гоним. Тихо. Чуть не свалился нафиг. Гоним, гоним, гоним. Вон туда. Есть. Это не так-то легко, как кажется на самом-то деле на этом скейте реактивном гонять. Черт, не смог. Не смог собрать, но я первый. Ты прикинь, я первый. Я доехал все-таки. Первый раз на скейте. Ты первый Ломбакс, победивший в гонке. Приходи еще. Они тут все время разыгрывают клевые призы. Хорошо, когда твой спонсор Гаджетрон. Да, у меня есть спонсор. Ну ладно. Победа! Приз получен. Акула на обед. Привет, привет. Завоевать серебряный кубок. Еще одно достижение мне нужно сделать. А еще нам нужно галокарточки гроба собрать. Вот так вот. Так. Эй, еще разок! Не-не-не, спасибо. Я хочу вначале здесь все смотреть, все двери открыть. Здесь мы были, по всей видимости, да? Да, мы здесь были. Вот здесь мы не были. Давай туда сходим. Я по карте просто смотрю. Вот это место мы не зачистили еще. Отлично. Болтиков, офигеть. Мы уже почти 8000 собрали. О, гоночная трасса Blackwater City. Я ее раньше видел только по головизору. Да ты только что по ней гонял. Коробочки разбиваем. Ну-ка, поехали. Запрыгиваем. Вернуться к кораблю. Ну да, блин. Вернуться к кораблю. Мне очень-то хочется туда. Ну что ж. У нас, в принципе, все сейчас собрано, и мы можем со спокойной душой отправляться на G34. Я думаю, что... Полету готов, координаты бы. Да, все снаряжение у нас есть, готов, погнали. Начать Так, так, так. Капитан, ответьте. Мы с Кланком на позиции. Готовы приступить к операции «Падающая звезда». Принято. Продвигайтесь внутрь. Я буду отслеживать ваше перемещение отсюда. Вот засранец, а. Сыкуха. Значит, это у нас сюжетная миссия. А сейчас давай зайдем в магазин. У меня есть кое-что для тебя. Я хочу улучшить свое снаряжение. Воспламенитель, кайфотрон, мистер Зуркон. Вот его я хочу вкачать. Давай посмотрим, что мы можем прокачать. Зурконы стреляют еще быстрее. Зурконы, то есть их может быть больше, чем один. Вот это что-то. Дополнительные болты, из врагов выпадает еще больше болтов. Понятно. У каждого Зуркона становится еще больше боеприпасов. А, понятно. Когда у него заканчиваются боеприпасы, он сваливает. Вот и в принципе и все. Ладно, качаем вот это вот. По поводу боеприпасов. Так. Да, качать. Готово. Хочу открыть секретную способность и посмотреть, что там. Гиперболическая оптика. Улучшенные сканеры позволяют Зуркону идентифицировать и обстреливать цели с большой дистанции. Это очень круто. Так, все, я все свои кристаллики потратил. В принципе, все. Ну что? Я думаю, что можно, в принципе, остановиться здесь, потому что мы продолжаем сюжетную линию, и она начнется у нас в следующей серии. Ну а на сегодня это все. Не забудь поставить свой крутой лайк под этим видео, если тебе нравится Ratchet & Clank, и ты хочешь увидеть продолжение, и подписаться, чтобы не пропустить следующие серии по этой игре. Ну а я с тобой прощаюсь, пока увидимся в следующем ролике.